Всем привет! Мы снова на стройке. Погода у нас опять ерундовая, но мы не теряем оптимизма. И что мы сегодня делаем? Сегодня, значит, будем докладывать каркасы, выкладывать сетку. Ну, в общем, дольем вот эту часть, а на той части, где залито, разложим сетку. Арматуру, да, получается? Заодно сетку. Сегодня вот будем тестировать новые перчатки. А мне купил такие перчатки? Нет. Вот это только для тех, кто мешает бетон. Тебе не надо. Да. Вот резиновые у нас в прошлый раз разлетелись в хлам. Так что сегодня будем в серьезных перчах, каких-то кожаных. В прошлый раз вы замешали сколько кубов? Где-то куб. Один куб, раз. Да? Угу. Сейчас чуть меньше будет, сейчас, наверное. Тренировка прошла успешно. Да, сейчас по-быстренькому закидаем. Ну, классно. Данил, ты как? Данил вообще серьезные. Рукавицы, как у Деда Мороза. Где подарки, Данил? Собак, а? Ты чей? У меня есть эта стойка, есть еще одна. А ты не можешь двигать, у тебя что-то две штуки она держит. Вот там есть, по-моему, еще одна, да. Вон еще одна есть. Вот. По кругу. Где уровень? Все, пошла. Данил, ты где? Бетономешалочка наша готова. Сейчас дело пойдет. Мне сказали, что я это буду трамбовать, чтобы быстрее дело шло. Но трамбовать я могу, это не сильно сложно. Так, заканчиваем мы замазывать наши швы. Остается совсем чуть-чуть. Аксель тоже помогает, тоже мажет. Сейчас вот еще две штучки домажем. И на сегодня все. Дальше завтра займемся уже тем, что будем сетку укладывать, как положено. Вот такая вот штука у нас получилась. Ну, в принципе, неплохо.